Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так в одной из деревень Ядринского района после проверки Роспотребнадзора чуть было не закрыли детский садик. Но в результате на его ремонт выделили столько денег, что теперь он почти как новый. Немного истории. Зданию почти 50 лет, но туда водили детей из многих соседних деревень. Его закрытие стало бы серьезной проблемой для родителей. Но все прекрасно понимали, что рано или поздно это может случиться. Здание не соответствовало требованиям Санпина. Здесь уже давно требовался капитальный ремонт. В прошлом году, в феврале месяце, к нам пришла проверка, была плановая проверка Роспотребнадзор, территориальное управление Роспотребнадзора. И у нас здание уже, потому что оно 63-го года постройки, здание ветхое было, но внутреннее требовался капитальный ремонт. Полы там где-то шатались было, и площади не хватало. В садике «Лесная сказка» функционирует одна разновозрастная группа. Дочки Игоря Овчинникова тоже воспитанницы этого дошкольного учреждения. Поэтому он, как и другие родители, был очень обеспокоен тем, что садик собираются закрыть. Вместе сообща написать письмо главе республики. В результате вот пришло, меня одобрили, приняли, и я поехал с таким вопросом, чтобы не закрывали и выделили какую-то финансовую помощь на реконструкцию, на ремонт. В результате чего, получается, съездил нормально, отлично. Вот весь результат. Нам выделили 1 119 000 рублей. Мы сразу же взялись за дело. Отремонтирован капитально, отремонтирован пол, заменены лаги, заменены также оконные рамы, переоборудован пищеблок, приобретена новая плита электрическая, проведена также новая канализация. Так садик удалось сохранить. И не просто сохранить, а сделать пребывание в нем детей еще более комфортным. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика.